Всем привет! Вот мы наконец-то в России. Не наконец-то, точнее, а к сожалению. Короче, снимаю ролик для своих подписчиков, которые постоянно мне пишут, поддерживают меня. Мне очень приятно. О ПКТ. Так как на данный момент у меня, так скажем, ПКТ, я расскажу вам все то, что я применяю в этот период. Расскажу, как тренируюсь, в принципе. Ну и по препаратам пройдемся. Первое, это, конечно, такой бензим. Это препарат, состоящий из ферментов животного и растительного происхождения. Он улучшает липидный обмен, снижает уровень эндогенного холестерина, снижает, вообще он даже снижает побочные эффекты при применении гормональных препаратов. Мощный иммуномодулятор и вообще крутая штука, хоть и дорогая. Ем я его 4 таблетки в день, ну где-то пару месяцев. Также иногда добавляю на курсе. Что дальше у нас идет? Так как я отталкиваюсь от анализов всегда, но в принципе анализы были нормальные, но немножко где-то что-то было завышено. И в любом случае я пропиваю некоторые БАДы для профилактики тех или иных органов, которые в принципе задействованы при нагрузках, при использовании витаминов. Ну, так тоже сердце. Я использую панангин и рибоксин. Такие легкие препараты, источник калия и магния. Они положительно влияют на обмен веществ миокарда. Кто не знает, что такое миокард, это название среднего слоя мышечного сердца, что составляет общую его массу, основную, точнее, общую. Поехали дальше. С печенью у меня было вообще отлично все. Немножко был завышен АЛТ. Я чисто для профилактики пропиваю гипомерц. Он вводит токсины, восстанавливает общее состояние печени, ну и положительно влияет на нее. Так, что бы не забыть-то? Что бы? Что бы? Гонадотропин, естественно, после последней инъекции я его делаю через день по 1000 единиц. Ну, как бы все знают, что такое гонада, наверное. Но гонадотропин стимулирует синтез половых гормонов в яичках. Ну и восстанавливает тест, если на простом языке. Вместе с гонадой я пью трибулис. Трибулис постоянно пью. В дозировке 3000 мг в день, ну где-то, наверное, в два раза, наверное, превышаю дозу, которая рекомендована. Трибулис для чего, кто не знает. Ну, он способствует восстановлению собственного тестостерона путем стимуляции гипофиза, деятельности гипофиза. Что еще пока не забыл? Хондролон я делаю на отдыхе 10 уколов, 10 дней подряд. Он восстанавливает суставную сумку. Еще хондролон восстанавливает хрящевую поверхность суставов. Так. Что еще не сказал? Кинефрон я, это растительное средство. Слегка мочегонное, противовоспалительное, противомикробное. То есть кинефрон я пропиваю пару недель, по пару штук в день. Это для профилактики почек. Кто не в курсе, так как вода у нас жестокая в Салавате. Да и вообще все тут жестокое. Тренировки лайтовые, 40 минут в день, 3 раза в неделю. Качаю в основном отстающие группы, чтобы как-то немножко подтянуть, что ли. Ну, буквально 2 упражнения на ноги в понедельник, 2 упражнения в пятницу на ноги. И в субботу, и в среду я уже качаю вверх груди, потому что, ну, мне кажется, он тоже у меня отстает. Так, пока не забыли.
принципе, про все сказал. Кардио я, в принципе, не бросаю, я делаю каждый день 15-30 минут, в зависимости от настроения, состояния. Сейчас особо тренироваться неохота. Ну, все, дальше потихоньку расскажу, уже следующий курс. Он у меня, в принципе, уже собран, поэтому следующее видео, наверное, будет про мой курс. Всем добра, ставьте лайки, делайте репосты.